кто самая умная сова? Итак, дети, готовы сыграть в игру «Найди сокровище»? Чтобы выиграть, нужно быть внимательным и уметь разгадывать головоломки. Я уверена, Майя выиграет. Правила очень просты. Нужно, используя подсказки, отыскать спрятанные сокровища. Итак, первая подсказка – это загадка. Этот предмет может двигаться взад и вперед, но он никогда с места не сойдет. Может, йо-йо? Или что-то, на чем мы катаемся на игровой площадке, вроде качелей. Качели? Я хотела это сказать. Бежим! Это что, тоже часть игры? Только если вторая подсказка – это огромный суслик. О, что случилось? А, мне очень жаль, но боюсь, игра отменяется. Мы должны выяснить, кто это сделал. Герои в масках спешат помочь. Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. А Майя превращается... в Оле! Да! Грег превращается... Да! Конор превращается... Гэтбоя! Герои в масках! С высоты будет проще увидеть того, кто это сделал. Скорее, в самолет! Всю ночь был у меня, а вы, глупенькие, так об этом и не догадались. Что бы ты ни задумал, остановись! Я? Мы с моими Ниндзялина просто решили немного поиграть. Поиграть? Во что поиграть? В игру «Найди сокровище ниндзя». Найди сокровище ниндзя? Похоже, игра интересная. Ты ведь не собираешься играть с ночным ниндзя? Не собираюсь, просто... Все равно вы не сможете в нее играть. Ведь если даже мои Ниндзялины не смогли разгадать первую загадку, то у вас, жалких героев в масках, просто нет шансов. Уверен? Олет, мы ведь договорились. Не волнуйся. Скорость Кэтбоя, сила Гека и мой супербыстрый ум позволят нам без проблем вас обыграть. Без проблем, говоришь? Если вы сможете решить головоломки и найти три сокровища... Нам некогда играть. Мы должны защищать город. Я и хочу его защитить. Итак, если мы найдем сокровище, больше никаких игр и разрушений. Договорились? Договорились. Все равно у вас ничего не выйдет. До скорого! Ого! Он исчез! Что-то новенькое! Ребята, соберитесь! Надо искать сокровище. Первая подсказка. Оно растет, питаясь воздухом и водой. Его свет виден тем, кто парит над землей. Опять трудная загадка. Нечто, чему для роста нужны вода и воздух. Это цветок. И нужно подняться в воздух, чтобы его найти. На взлет! Это светящийся лотос. Ура! Называю его Суперный Рок. Правда, он крутой? Давайте продолжим. Следующая подсказка. Похоже, это карта сокровищ. Место, где спрятан клад, отмечено звездой. Надо его найти, пока Ниндзялина не разрушили город. Хорошо, что у меня есть крылья. Они в буквальном смысле улетные. Кому нет равных в воздухе? Мне! Значит, вы отгадали загадку? Вам просто повезло в первый и последний раз. О, как жаль, что у моих Ниндзялина нет крыльев. У меня ощущение, что Ниндзялина даже не пытаются что-то разгадать. Да, они просто ходят за нами. Просто они вынуждены жульничать. За мной! Уверена, что это здесь.
пришли. Суперскорость! Супермышцы Гекла! Есть! Ура! Второе сокровище! Отлично! Прочтите последнюю подсказку. Бе-баб-ави! Это что, шифр? Нет! Это инструкция для оригами! Это японское искусство складывания бумажных фигурок. Надо просто соединить точки и... Ого! Это дракон! Я знаю, где искать последнее сокровище. В музее! Думаешь, здесь есть что-то связанное с драконом? Не настоящий дракон, я надеюсь. Здесь много разных интересных штуковин. Я кое-что нашел! Яйцо? Окаменелое. Легенда гласит, что его мог отложить дракон. Мое кошачье чутье подсказывает, что здесь что-то не так. Что ночной ниндзя сделает с этими сокровищами? Это просто игра, и он проигрывает. Осторожно, они пришли за яйцо. Сказал ящер, который умеет маскироваться. Бросай яйцо, птичка! Игра закончена, ночной ниндзя! Хватит крушить город! Пришло время отозвать ниндзя Лина. Ха! Или призвать. Спасибо, что нашли сокровища! Они не твои! Ты бы в жизни не смог их отыскать! Ты даже не знаешь, что такое оригами! А вот и знаю! Это как-то связано с... салфетками. Неважно. Я вижу, вам понравилось на меня работать. Особенно тебе, пташка! А теперь я заберу свой приз! Ха-ха! Попали! Как ты мог? У нас ведь был уговор! Моя игра – мои правила! Что ты собираешься со всем этим делать? Ты об этом редком лотосе? Этой антикварной статуэтке и этом яйце дракона. Это все ингредиенты, входящие в состав третьего рецепта ниндзя. Уа-ха-ха-ха! Что? Это рецепт идеальных липких шариков. Нет! О, да! Что ж, пожалуй, приступим. Один лепесток лотоса, скорлупа яйца дракона. Ха-ха! И, наконец, лучи лунного света из обезьяньих глаз! Дзинь! Что, уже готово? Хе-хе-хе. Хотите попробовать? Они теперь не липкие, они тяжелые! Что теперь делать? Даже я не могу освободиться! Нет, ничего крепче этих шаров! И когда я набью ими ваш штаб, вы, статуи в масках, перестанете представлять для меня угрозу. Ты от нас не уйдешь. О, нет. Это вы никуда не уйдете. Стерегите их, Ниндзялина. Это я виновата. Я так увлеклась этой игрой, что не поняла, что ночной ниндзя нас обманывает. Да, знаешь, я тоже не думал, что эта ночь закончится вот так. Надо освобождаться. Ну как? Ведь это суперпрочный материал. Значит, именно он нам и поможет. Эй, Ниндзялина! Похоже, одному из нас удалось сбежать. Бу! Крутись, кэтбой! Что? Свободно, как птица! Ай!
Отнесем яйцо и цветок туда, где мы их взяли. А статую обезьянки в наш штаб. А то ночной ниндзя опять что-нибудь приготовит. Герои в масках, вот это ночь! Мы снова всем смогли помочь! Итак, любители загадок, если сокровище хотите вы отыскать, вам стоит заглянуть туда, где книги лежат. Значит, сокровище спрятано там, где мы храним наши книги, так? В наших рюкзаках! У меня неплохо выходит. Это благодарность моим ЛТППС. Умоляю, хватит уже загадок! Это значит лучшим товарищем по поиску сокровищ! Да!